В маленьком селе Ивановка впервые я побывал во время съемок программы «Край без окраин». Именно здесь я купался в проруби. Этот материал наверняка помнят наши телезрители. В организации съемок тогда помогал местный краевед Владимир Медведев. Владимир Кириллович, здравствуйте. Привет, Максим. Рад вас видеть. Как ваши дела? Я тоже рад вас видеть. Нормально все. Зимой мы договорились, что я обязательно приеду в гости ближе к лету, и он устроит экскурсию по его пасеке. Первый раз в жизни оказался на пасеке. Идем с Владимиром Кирилловичем смотреть пчел. Пчелы миролюбивые, насекомые, но жарят. Но мы будем смотреть осторожно. Вот, видишь? А вот это вот пыльца цветочная. Вот. Ага. Пыльца, ее перемешивают с медом и скармливают молодым пчелкам. Я очень люблю ездить на съемки в разные города и села, исследовать местные особенности и знакомиться с людьми. С тех пор, как познакомился с Максимом Пушкарем, всегда смотрю телеканал «Енисей». Узнаю новости Красноярска, городов и сел края. Именно в таких поездках понимаю всю важность нашей работы, ведь телеканал «Енисей» объединяет весь Красноярский край. В Ивановке живут мои друзья. С удовольствием вернусь сюда снова.